старых шуб и помогала. Не приносили больше. Знаете, там, ну, потому что подплечник, он тоже берет, да, вот на себя вот это расстояние, оно как бы вот упускается и проблема получается поменьше. Вот, но вообще, если подмышки, то упражнение будет совершить с вставками. Да, это мы понимаем. Но мы не просто признать и сделать такое. Это, знаете, из разряда, когда приходит девушка какая-нибудь, у нее шуба, вот у нас шуба собрана из кусочков, норка, допустим. Ты понимаешь, что эта норка, она уже, допустим, она пьет, она рассыпается. А клиентка тебе говорит, у меня норковая шуба. У нее прям муж на 15-летие совместной жизни. Я хочу в них ходить. И вот как бы, ну, либо говоришь, о, нет, вообще не возьмем, то я убью. Так, чтобы она потом к нам не приходила каждый месяц. Как тебе разрезать от старты? Сенсилу? А что, сенсилу, она была плохо сшита или клиентка просто выросла в объем? Но хорошо кушала. Это прям подмышки, ну то есть вот это вот перешивки вот эти, ну, гарантии. Но она поняла, что ее шубу испортили наверняка, она не один раз, и не пять, и не десять носила ее на перешивку. Хоть кого-то требовать гарантию. Жалко. А вы знаете, что еще бывает? Бывает, что клиенты стирают шубу в машину, а потом приносят, и мне такая приносила, да, года полтора назад. У нее начало рваться место вот это вот, между лопатками. То есть от пника и где-то до середины спины. Как бы верхняя часть шубы. Либо, ну, она не пустала ее, но, может, она потела, допустим, или промокла там под снегом, да, под дождем. Ну, да. И, может, там, кинула сушить на что-то, на батарею. И потом начали шеить воздух. Что-то рвется. Да. Ну, а вы растягиваете на что-то ее? Мне тут посоветовали норку простегивать на шелк. Там для таких прям премиум. Остальные же не любят проклейки. Кожа не дышит, и он рано или поздно начнет вылезать. Ну вот, да. Сейчас, например, всякие там китайские шубы, да, и дома шубы не простёганы вообще ничем. Хотя в советские времена, ну, они, конечно, были... Почему? Почему не шевелить?
Она жесткая, что ли? Да. А. Я тоже дизайнер, я люблю широкие рукава. Хорошо, просто присылайте. Девочки, кто будет собирать ручек, пишите мне в личку. Ну, где вот мы с вами связывались, откуда вот это вебинар? ВКонтакте, в Инстаграме? Или на почту? Сейчас я напишу свою почту. Людмила уже знает. Потому что на, все равно на почту высылать договоры, я думаю. Поэтому давайте лучше через почту. Так, Яндекс. Но часто же да, не вяжет. Да, есть. Только мы сколько отпарывали эту вязь. Сразу же тоже клиенты. Ну вот я узнала из таких, знаете, кулуаров таких вот дизайнерских журов, как бы. Это такой какой-то тренд у нас тут такой. Ну, потом даже давнишний. Вот. Я буду сейчас туда пранчивать. Попроси как-то. Моя вторая здесь. Даже со вторым. Вот, ну что, девочки, у нас наше время подходит к концу. Я надеюсь, я ответила на ваши все вопросы. По курсу вопросов нету. Потому что уже до третьего уже все, мы в подготовке, зато такая голова. Мы завтра переводим залы, машинки. Вопрос по клеевой открыть. Ну, по клеевой мы будем пока разные клеи. Ну, или в смысле игры, когда будут уже. Ну попробуйте просигать какой-то, ну можно стол какой-то взять, не какой-то какой-то дизайнерский Армани, но какой-то искать дизайнер стол, натуральный. Либо можно делать кожу. Я не пробовала кожу. Мне хочется попробовать стол, потому что меня это очень заинтересовало. Клеивать жалко, она испортится, она надо. Она быстрее начнет стареть, шкурка не вступает в воду. Ну все, да, но она же не имеет смысла терпеть. Ну вот, чтобы сохранить от порывов, это все-таки мой совет. И вот есть не только мой, и многих стариков, таких, с которыми я общалась, это чтобы сохранить от разрывов, это в местах наиболее подверженных разрывам, которых идет семейный, в этих местах не создавать дополнительного напряжения. И, соответственно, конструкция должна быть у вас правильная, и посадка должна быть правильной, без всяких. Может быть, никаких нет дефектов вот именно конструкции. Какая-то спинка может быть узкая. Ну как так? Не может быть. Она прям... Понимаете, кожа сама по себе очень, очень прочная.
подборка. Ну как ее разорвать? Вот, ну сейчас я возьму, потому что вот у меня норка. То есть она в этом месте, она не порвется. Вот ее сними вот. Она рвется вместе с швом. Где-то вот здесь. Правильно я понимаю? Если уж она там лопается, то ну, в большинстве случаев это неправильный роль. То есть она не сидит на клиентке. Может быть что-то с плечом. Или вот узкая спинка может быть. Она там поднимает руку, да, вот делает, она лопается под мышкой. Но это в большинстве случаев какой-то. Либо, ну, если кожа, ну, нормальная, да, если кожевая, если она не задела, чтобы она прям вот лопалась. Ну, это понятно, да. На полных тетях вообще очень тяжело. Очень тяжело сажать на полных тетях, потому что у них вот здесь вот лишний объем, вот это вот обвисает место. Грудь их как бы, и причем еще тети, они имеют такое свойство, ну, как бы вот полнеть это вот место, да, вот это вот как холка такая, плечи. То есть тетя может купила эту шубу, когда ей было 40-55, и она просто увеличилась в объеме. Ей кажется, что она такая же стройная и молодая. И она еще истерику там скандал закатит. Может, ну, у нас, по крайней мере. Кризис, несмотря на кризис. От денег не предала, да. Я не люблю там отеки вот этих вот полных. А потому что им не скажешь, что у вас полные руки, они выходят за пределы, там мера, сантиметров не хватает отмотать. Ну да, но они платят, да. Молодые, стройные, красивые, но не многих бедных нет, да, это точно. У нас как же? Но это вот как бы, ну, мы же по опыту поняли, что это дефект конструкции, пишет плохо. Просто, ну, норку как бы, либо вот ей отлить. Писец. Да нет, ничего страшного. В общем, девочки, я надеюсь, что вам было полезно. Пишите мне на почту. Сегодня, ну, так, это, она для вас, получается, тоже продолжится. И кто оплатит за таких там ночи. Короче, завтра сегодня, получается, скидка 2000. Вот, как мы тут все, я, конечно, не понимаю, не представляем. Но вот я на связи. Будем пробовать, так, как откроем. Попробуй почистить. Чуть-чуть косметала дать. Если пожелтел. Да, попробуй химчистку почистить. Потому что именно не биочистка, а химчистка. Да. Ну, 50-60% случаев убрать желтизну. Если по желтелу уже там совсем бывает такое, что по цвету, ну, желтеет, как бы любой мех выгорает, да, да. Ну, первый совет по простым чисткам. Ничего не делать, ничего не вырезать, вот просто по простым чисткам. Если химчистка не уберет, уже там дальше. Вот, ну, я надеюсь, что... В общем, если еще будет вопрос, то если хотите пообщаться ВКонтакте, в Инстаграм. Вот, кто собирается на курс, да, пишите на почту.